Мне нужно было спуститься на улицу. Здесь прошла Мона, оставив за собой след из мертвых уборщиков. Кто-нибудь, вызовите кого-нибудь. Спасибо. Я твой мужчина. Тут-то и пойдет веселье. Не бойся, я тоже служил в полиции, как и ты. Ладно, иди за мной. Да, я был копом. Это сгубило мой брак. Жена постоянно боялась, что со мной что-нибудь случится. Ну, короче, я... Сукины дети заперли дверь. Ты пришел меня спасти? Что-то вроде того. На... Снова? Стоять! Газовый вентиль был в подсобке. Я выключил газ, и пожар на третьем этаже больше не помеха.
Уходите. Дома никого нет. Делай свое дело, а потом... Thank you.
штурмовали твою квартиру? Ты бы еще в яслях погром устроил. Что дальше будет? Набрал охапку стволов, одурел от компьютерных игр и устроил, понимаешь, тир на дому. Что вообще творится? Он имел в виду со мной. Забот у меня хватало. Уборщики на хвосте, да и Мона. Владимир Лем сказал, что за убийствами главарь бандитов Винсент Ганиити. Он в сговоре с кем-то еще. Может, с уборщиками. Не знаю. Что-то не сходится. Если так, я теперь у Ганиити в списке. Я чуть не соврал бравуре. Внутренне оправдывался, что хочу первым без помех изучить улики, но это была просто отговорка. Встреча с Моной меня проняла насквозь. Пора было это признать. Сделалось важнее, чем задание. Она меня искала, оставила номер. Опасно оставлять номер в участке. Отследи звонок. Он окажется из Гонконга. Уэндерсон. Я дам свой адрес. Только хвоста не приведи. Макс, что происходит? В смысле? Не делай глупостей.